Ну, где анекдот, если скажу, но это, наверное, не очень цензурно. Вот. Плывет пароход, белый-беленький, стоит боцман и трубку курит. Вот. Курит. Юнга проходит, говорит, боцман, а что ты куришь? Вот. Волос любимой женщины. Набил в трубку. Знаете это? Нет. На следующее утро Юнга стоит тоже так же, трубку держит и курит. Боцман увидел, говорит, Юнга, а ты-то что куришь? Волос любимой женщины. Ну-ка дай. Близко к жопе рвешь. Вот я усыхал. Я это усыхал вообще-то. Представляешь, вот видишь как? Я так же усыхал, думаю, ты знаешь такое. Простое все, человеческое. Замечательное. Но Юнка, дурачок он, вот он не знает, видимо, он постарался. А вы знаете анекдот, как...